Привет. Сегодня у нас день космонавтики. Если кто не в курсе. Вот такие вот дела. Так и есть. Все просрано. Ну а как ты тут будешь стримить-то? Сам-то подумай. Я же не стример, я скорее рабочая пчелка. Я же над модом работаю. Вот детишек, например. Ну да, вот сейчас... просто грандиозное дополнение, то есть, ну не дополнение, а вот обновление выйдет уже совсем-совсем скоро. Вот тут вот такие вот детишки будут. Вот, вот местный мальчик по имени Утардек. Ну, в общем, я сделал как всех свитер, да, свитер. Ну, свитер, я не знаю, кстати, почему он именно такой. Возможно, стоит реплейсер, но свитер действительно классный. Такой, знаешь, по-муравински прямо. О, я умираю от желания узнать, что вы хотите мне сказать, Радгар. Ты начинаешь надоедать мне. Блин, этот Маринт, это что-то с чем-то. Уходи. Уходи. Да. Ладно, я послушаю, только быстрее. Послушать меня? Где бы детишек-то показать? Побольше, так чтобы было. Так. Тут я уже наклободил. Вот, в шахту Кальдера тогда сбегаю.
Но просто так туда не сбегаете. Нужно сначала вырубить режим выживания. Блин, еще и враги какие-то. Ты я всех консолей случайно убил. Поэтому трупики NPC-шек валяются. Так, это вот наш гуар. Ну, блин, прикольно бегать. Не туда бегу. Прошлый стрим народ очень сильно жаловался, что вот спасибо за поддержку. Кто-то мне донатик перевел. А я даже не вижу, у меня монитор второй сгорел. Сейчас почитаю. Кто там, что там перевел? Не так-то это и легко сразу же отыскать. Донатинс алерт. ЛМК, спасибо за 500 рублей. Невероятно круто. Невероятно круто. В поддержку рабочих. Вот это вот обновление, которое новое выйдет, в нем очень сильно прокачан звуковой движок. И плюс еще и детишки добавлены в Skywind. Вот, например, в шахте Кальдеры, сейчас я вам покажу, что тут. Вам же известно то, что на шахтах работают рабы на Вандерфиле. Тебе это карантин пойдет толком никак не... Нет, почему? У меня сестра переболела и матушка переболела. А вот меня, видишь, обошла эта страной. Вот, смотрите, значит, один тут Гилм. Мое занятие. Я рабыня сестра. То есть вот я весь класс рабов в Скайвинде заменил на детских NPC-шек. Вот это у нас рабыня. Вот это у нас тоже рабыня. Кстати сказать, сестра могла вполне и умереть. Потому что у нее там такое было вообще пипец. Правда, мы ей сразу же сказали, чтобы она никуда не ехала, там ни в какие поликлиники.
Ну, у нас, в отличие от простых смертных, дома, ну, был не аппарат ЭВЛ, но очень близкое, как это, такое устройство, типа ингалятора, вот, которым можно дышать. Вот, у меня папа был, он, ну, когда он был еще живой, купил себе такой аппарат, который дает, ну, свежий кислород в легкие. То есть вот, и она вот им дышала. И еще сейчас лекарство могу, кстати сказать, назвать. Это если у кого-то вдруг случится, то вот его попринимать 10 дней, и шансов выздороветь сразу же будет несколько тысяч раз больше. Сейчас скажу точное название какое. Аугментин. Вот. У меня оно даже на всякий случай лежит, потому что сестра с матерью переболели. Это на тот случай, чтобы я, если буду тут помирать, чтобы лекарство у меня было. И не говори, и не говори. Если папа всю жизнь не курил, если бы ему там полжелудка не вырезали, когда он был еще жив, вот у нас бы не было бы, ну, не этого аппарата, этого ингалятора такого. Он почти как ИВЛ, только совсем маленький. Там просто воздух дует, его нужно, ну, вручную держать, и он будет дуть вот так вот, чтобы дышать. Так. Мы заняты. Вот это рабыня. Тоже. То есть вот все такие маленькие детские NPC-шки у меня тут рабыни. И я им дал вот одежду, допустим, вот в шахте, которые они вот в таких вот в рабочих. Вот это, по-моему, она не рабыня. Да, она не рабыня, она тут просто какая-то NPC-шка. Это стражник, это понятно. Что? Зачем вы беспокоите меня? Вот это тоже мелкая рабыня. Видите, они мне еще пока без перевода, поскольку не вырезан новый ESP-файл в общий ESM. Так, блин, выйти-то отсюда. Я уже заблудился. Хотел посмотреть Морган. Там же есть рынок рабов. Совсем ума нет. Ты же разносишь заразу, как крыса. Да, у меня есть какая-то тут заболеваемость. И все NPC-шки на меня кричат, что я, мол, разношу заразу и так далее. Блин, где выход-то? Должно быть, ты шутишь. Приставай к кому-нибудь еще. Дьявол. Выход потерял. Ага, так прямо и направо. Тут в Моровинде, видите, такие достаточно простенькие пещерки. Чего ты хочешь? Квадратные в основном все. Так, давайте в Морган сейчас отправлюсь. В принципе, я тут был, но хочу посмотреть, как там рынок рабов сейчас выглядит. Поскольку раньше там были, ну, в общем, обыкновенные рабы, то есть стоит достаточно взрослый. Ай, блин, имперская кольчужная кираса сломалась. Я, кстати,
Я символ алчности раздобыл. Вот, я теперь могу бегать как... отстань. Вот туда вот мне, да? На этих деревьях нету коллюзий, поэтому вот так вот, вот пока бегаем. Тут еще пока не все NPC-шки закончены. Всего в Моровинде 170, ну там плюс-минус NPC-шек, которые относятся к классу рабы. Вот, я пока обработал только 100, 140 где-то. То есть там чуть-чуть буквально осталось их доделать. А маски в Skyrim завезли. Привет, какие маски? Старовенькие. Какие маски? Ну, это же не Skyrim, да? Это же не Skyrim, не похоже. Это Моровинд. А, карантинные маски. Вообще идея-то была, конечно. И... Мне... Скажем так, маску можно использовать, знаете, как обыкновенную... Сундук на голове вряд ли поможет. Сундук на голове поможет только если переносить вес, общий вес. Вот видите, 320, а сундук алчности добавляет 1000 для переноски. Вот. Масок, ну, тут пока масок никаких нет, ни шарфов, ничего такого. Вообще в Skyrim у меня маски есть, но они не белые. На той неделе на работу мотался, выдали респиратор какой-то неплохой. Ну вот приблизительно вот так вот тут выглядит рынок рабов теперь. То есть вот тут в Моргане все рабы, детишки. Правда, у них оружие, но это я потом еще их уберу, не беспокойтесь. У вас здесь дело? То есть вот это, к примеру, это продавец рабов. Кстати, можно мешок на голове носить. Да-да-да, можно и мешок. То есть вот... Давай скорее, Редгард. Вот такие вот, видите, детишки тут. Не должно быть изъято. Это все рабы. Вот, пожалуйста, каджеточка маленькая. Они все голенькие, потому что, ну, потому что это рабы, им не положена одежда. Это, ну, не просто так сделано. А те рабы, которые на плантациях, к примеру, те рабы, которые на плантации, так, стойте-ка, я их лучше тогда заскриню сейчас как-нибудь, вот так вот, да, заскриню, что, мол, вот это будущая аргнянская дева какая-нибудь, чья-нибудь, очевидно, это каджитская будущая дева. А вот теперь давайте я вам сейчас, стойте, кадр красивый. Так, теперь на плантацию сейчас сгоняем. На плантациях тоже очень много рабов, но это чаще всего это выкупленные рабы. Поэтому там все рабы в одеждах. Жаль, что у тебя клиент висит на пол моего. А... Какой еще клиент? А, в смысле игра-то? А, ну, в общем, да. Вся игра достаточно много места занимает. То есть будьте готовы к 15 гигабайтам места как минимум. На жестком диске иметь.
Так, вот это вот гаджеточка, она тут и работает. И она, соответственно, рабыня. Можно у нее даже спросить мое занятие. Я рабыня, говорит она. По-моему, тут я где-то еще видел какого-то зеленого человечка ходит. Вот, вон еще один рабик. Тоже вот этот Тагнианин. Маленький. Что это был? Так, а вот этот вот, он либо еще не заменен. Да, он еще, скорее всего, не заменен. Да, этот он тоже раб, но он еще пока не заменен. То есть прячущий ногу у нас еще пока не обработан. У меня там осталось, ну, где-то их 20 NPC-шек наделать. Так, а теперь плантация одна. Поместье Аврилов. Ферма Моната. Давайте еще посмотрим. Вот тут наверняка тоже есть рабы какие-нибудь. Возможно, есть в доме рабы. Говорите, что хотели, и уходите. Не, ну это не раб. В основном все рабы это каджиты и агниане. Но иногда есть и приятные исключения. Так, ну вот, видите, тут вот стоит одна рабыня. Такая вот. Нет, лучше ты давай отвернись, занимайся своим делом. Она пока бездельничает. У нее нету никакого занятия тут. Блин, отвернись, пожалуйста, отвернись, я хочу сделать какой-нибудь скриншот прикольный. Придумал. Сейчас мы сделаем таким образом. TFC. Сам. Два. Хотел так сбоку ее сфоткать. Вот. И сейчас еще одно место хочу проверить. Оно находится... Это ж... Команда это что сделала? Ну, вот... Вот эта вот команда TFC. Это с режим свободной камеры. Вот. А вот это вот, сука, SM2... Это скорость передвижения свободной камеры. Если не вводить, сука, SM2, а вести только TFC, то тогда камера будет очень быстро сразу же летать. А так, видишь, она, ну, достаточно медленно. То есть можно так вот полетать. Просто для удобства. Такая смотрит.
говорить что-нибудь будет? Что я могу сделать для вас, господин? Это у нее ошибка какая-то, господин. Не отличает она пока пол. Но голос у нее есть. Правда. Зачем они друг друга обижают? Ой, зачем они друг друга обижают? Кто? Кто там? Кто-то там кого-то обижает? Прикольно, короче, с детскими NPC-шками тут гораздо интереснее, чем если бы их не было. Теперь давайте я вам покажу самый вообще трешак. Голос. А какой у них должен быть голос? Нечеловеческий? Закройте глаза, если не хотите узнать консольную команду. Гнянский. Ну, ты же понимаешь, как переводит у нас в России. Так вот и переводит. На 3 копейки. Дублируют, вернее сказать. Перевод от чего-то. Итак, я сейчас на Телеруме. Вот тут самый-самый рынок рабов. Вот тут есть разные рабы, детишки. Эти существа так неосторожны. Ты не стоишь моего внимания. То есть вот это охрана их стоит? Только разозли меня сильнее, а тут... я применю силу. Вот один такой, такая вот, ну то есть они все, этот, по-моему, высокий эльф тоже, видите, они тут всеми торгуют абсолютно. Ну, я не стал им менять расы, то есть и пол, то есть я им возраст только поменял. Извращением попахивает. Заразой. Убирайся. Ну, как бы тебе сказать-то, в Моровинде вообще не было детей, понимаешь? То есть, ну, я понимаю, да, чем попахивает. На это как бы и ставка, понимаешь? Мой Моровинд это... Это то, что не проходило цензуру по беседке, я уверен. Я уверен, то, что возможно, если бы не существовало цензуры в мире, то тогда и в Моровинде были бы дети, и в Обливине были бы дети тогда. Но поскольку детей было убивать нельзя в компьютерных играх, то вот видите, почти хрен знает сколько лет, почти 10 лет, беседка никак не могла решить эту проблему для себя, то есть как сделать таким образом, чтобы, ну, чтобы вот ввести детей в игру. В общем, в итоге они просто их сделали бессмертными. Вот. Поэтому скорее мы имеем то, что имеем. Так, где еще детские NPC-шки, можно поискать их? Сейчас подумаем. Я теперь от выжигателя прикурю. Рассадник чего? Не, рабам просто не положено одежды, чтоб ты знал.
Ну, у них есть этот, типа, неснимаемый лифчик. И неснимаемый... все остальное, вот это нижнее белье. То есть вдоволь поизвращаться им все равно не удастся. Хлормарин. Не вот это ли случайно ли? Хлормарин. По-моему, вот в этой крепости есть рабы. Тоже можно посмотреть будет. Блин, все деньги почти уже ушло на это, на эти перемещения. О, нормально. А как это он открыл? Взял, просто открыл дверь и забежал туда. Ого, арбу дают. Глупо сражаться со мной. Так, посмотрим. Рака окончена. Ну хрен с ним. Надо найти, где тут раба удержит. Ой, что за дурдом? Я убью тебя быстро. У тебя серьезное ранение. Да, это конечно. Больше не буду с тобой ссориться. Это, конечно, дурдом. Я убью тебя быстро. Правда, я ни разу тут не был. Так, нет, не могу. Конец драки. Я ухожу. Беги, пока есть возможность. Беги, пока есть возможность. Ты принесешь... Они друг за другом гоняются. А вот где, интересно, рабов они держат? Ты умрешь. Попробуешь? Конец драки. Я ухожу. Я не хочу драться. Блин. В этом раунде твоя взяла. Я ухожу. Я не знаю, я тут первый, честное слово. Понятия не представляю, где тут могут прятаться рабы, где они их могут. Ты вроде видел двух рабов просто со старыми текстурами? Нет, вот рабы, они по-другому одеты. У них одежда другая немного. То есть не балахон. Балахон тут на пройдохах. Балахон тут на пройдохах. А вот на рабских NPC-шках. Там обычная такая одежда. Вот это не рабы. Вот эти, это... Я больше не могу, а теперь ты умрёшь. Это просто пройдухи. На меня напали. Вот. Попробуем еще повыше забраться. Ой, блин. Ты умрёшь!
Может быть, они тут содержатся? Да, они тут содержатся, точно. Вот они. Не стоило сюда приходить. Давайте хоть разберемся с этой. У нее 16 уровень. Это вам так с рук не сойдет. Нет больше никого. Да, точно, нет больше никого. Видите, как я могу смело тут с ними бегать, потому что я себе наколдовал 5000 жизненьки. Вот это тут они держат двух рабов наверху. Но я знаю, у них там внизу где-то... Где-то у них должен быть... Должна быть какая-то арена. В которой там вообще очень-очень много рабов. Ну вот... Спать, видите, тут можно спать на гамаках, на гамаках. Книга, да, да. Видите, все буковки на месте. Весь текст более-менее выровнен. Правда, ошибок не особенно много было исправлено, но зато всякие лишние пробелы, вот очень много было их подредактировано. Например, вот вместо кавычек вот правая страница вмешиваться в дела. Вот видите, тут кавычки. А раньше во всем тексте были одинарные кавычки. Я это посчитал некрасиво и заменил их. Ну, то есть, такой, знаете, поверхностный, можно сказать, редактура поверхностная. Вот. Но, разумеется, проверить все на грамматические ошибки у меня пока времени нету. Гуар мой убит был. Эти гады убили мой гуар, моего гуара. То есть, ну вот тут вот два раба, значит. Где-то еще тут есть рабы. Но мы сейчас отправимся поближе в Седанин. Вот в эту вот пещерку Адамантус. Там тоже должны быть детские NPC-шки. Вообще почти каждая пещера, в которую вы залезаете в Маринде, это, как правило, убежище каких-нибудь работорговцев. Вот очень много пещер, именно убежищ работорговцев. А теперь ты умрёшь! Это вам так. Вот, видите, тут, например, тоже. То есть, ну, работорговцы, что я могу сказать? Детишек воруют и продают.
Я считаю, что это будет очень таким эмоциональным ходом. Разве цыгане воровали детей? Хотя, наверное, да. Так, где еще могут быть дети? В принципе, везде почти. Везде, где есть рабы, до сих пор воруют. Ну да, скорее всего, так оно и есть. Даже не скорее всего, а так оно и есть. Ну, то есть абсолютно удивляться нечему. В том плане, то, что вот эта версия Skywind была сделана в России, не удивляйтесь, что тут все рабы — это дети. Не удивляйтесь, друзья. Я не помню, где еще можно рабов поискать. Не помню. Простите меня, пожалуйста. Попробуем в этом, в этой деревеньке Хлааут поискать. Там очень было всегда много бедняков. Насколько я вот помню, всегда бегал. Вот, ну не знаю, кто из них тут есть ли рабы, поэтому посмотрим. Я чувствую. Не следовало мне прощения, так давить. У меня мало времени, поэтому поскорее. Вот вроде тут какой-то пункт. Разумеется, те, кто играл в Marine, то они все прекрасно знают, что тут где. Ой, нет. Нападает на меня NPC-шка. Тут просто нищеброды живут. Рабов тут не видать. Ну тогда, я думаю, будет интересно просто пробежаться по этой местности.
как много все же врагов можно встретить всяких разных. Ой, кто это? Что-то вас много, ребят. Видите, видите, тут опасно. Я, кстати, был прав. Если сюда вот просто добавить существ и начинать чинить NPC-шек, то, в принципе, играть уже будет интересно. И совершенно не обязательно заниматься всем, ну, вот, ландшафтом. Что-то у меня спин стамину не жрет. Да нет, он должен жрать. Вот спринт. У меня он такой просто немножечко ебанутый. Вот, все, он жрет. А еще в игру встроен режим выживания. Ну, то есть, непосредственно прямо в сам Skywind. Вот, у меня теперь большое яйцо квама, к примеру, оно утоляет голод. То есть, можно играть и с режимом выживания тут. Ну-ка попробуем с этим справиться. Это ты гад, тот еще гад. Он очень ядовитый гад. Нет, это не самое лучшее оружие против него. А там еще и кто-то. А, это Дреуг. Это вот Дреуги. Вот они вот такие вот. Подводные Дреуги. Тоже довольно-таки прикольные существа. Ну, то есть, весело тут, я бы сказал так. Вон там вот тут вдалеке. Так, это у нас что такое? Гайфофация так растет у нас немножко криво. Вон там вот у нас вот над головой. Прямо отсюда виден Салдстейм, друзья мои. Тут вон дрюги расплавились. Вообще, строго говоря, я хотел и русалок тоже сюда добавить. Но, видимо, добавлю, конечно, на... Кстати, вот хотите увидеть, да? Типа... Вот, вот так вот у нас рыбы-убийца кусаются. Они кусают холдом. То есть вот если одна рыба подплыла и укусила, то вторые могут подплыть и добить. Вот я уж сниму... одежду и рубашку, потому что это бред плавать в одежде, правильно, правильно. То есть, ну вот наши крабы, они больше, чем обычные крабы в два раза.
Это я с рыбешкой пока делаюсь, да? Рыбешка выползла на берег. Так, это когути тоже довольно-таки серьезные. Серьезные довольно-таки. Соперник такой. Видите, то есть Маринд живет вполне себе так неплохо. Подводных существ вот маловато. Я хотел еще и добавить русалок. Ну, когда-нибудь добавлю. Может быть, немножко. Хотя русалок в Маринде не было. Вот так вот мы плаваем по воде. Ну, то есть не плаваем, а просто бегаем. Девушка какая-то. Вот это вот дикие горы. И они ну, когда с них слезаешь, они уходят. Или остаются на месте. Или уходят туда, откуда вы их взяли. Вот так вот работает движок эмодзи. Говорят, что в фуатиневой бабочке были какие-то проблемы. Ничего не слышал об этом. Он на острове, называемом Солстемом, к северу от Вандерфилла. То есть вот движок Муди, он позволяет читать титры. Заброшенная хижина. Ну вот, все, всем спасибо. Коротенький стрим получился. Вот. Всем спасибо, что приходили. Да, и тебе спасибо огромное, Лэмка. Да.
стрим идет 57 минут, часик уже. О, а вы еще и все титры видите? Ну, собственно говоря, я хотел проверить, есть ли у меня какие-нибудь потери по кадрам, ну, вообще, как картинка. Есть ли какие-нибудь просадки по кадрам. Вот, так что это был, по большому счету, такой тестовый стрим. Я сейчас буду собственную запись пересматривать. Так что вот, все, всем спасибо. Вам спасибо, что заходили, что смотрите, что не забываете. Я-то вас обо всех не забываю. Я как проклятый каждый день работаю над Skyrim. Все, всем пока.